Президент джип-клуба «Лебедушка» тверской мастер автоспорта Евгений Павлов поднялся на пьедестал почета международного ралли «Шелковый путь». Участники марафона преодолели почти 4500 километров, стартовав из Астрахани. Ралли «Шелковый путь» проводится с 2009 года. Евгений Павлов в этом году выступал в категории Т1 в качестве штурмана экипажа автомобиля «Газель Next» под управлением Александра Русанова. По итогам ралли экипаж занял второе место в дисциплине ралли-рейд Т1 свыше 1000 километров. «Шелковый путь» проходит по бездорожью и дорогам общего пользования. Экипажи, выступающие на квадроциклах и мотоциклах, легковых автомобилях, грузовиках и вездеходах, должны максимально быстро преодолеть скоростные участки, не забывая отмечаться на контрольных точках. Гонка завершилась 16 июля в Москве. Финиш и церемония награждения состоялись в Олимпийском комплексе «Лужники». 10 гоночных дней, достаточно таких сложных. Да, то есть одна Астрахань чего стоит, она вообще считается самый сложный регион в мире, как бы по езде по своей, потому что там вытрясывает и душу, и машину, все, что можно там. Я выступаю за завод ГАЗ на автомобиле «Газель Next». Но у нас он доработанный, понятное дело, не совсем серийный. Немного доработки. У нас передний мост поставлен, чтобы была полноприводная. И мотор сдвинут немножко назад, чтобы развесовка была лучше. В большом счете, все доработки.